Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод мимимишек. Как я и говорил раньше, не такие они уже и мими. Эту серию мне подкинули в кафе. Один из подписчиков меня узнал и сфоткался со мной. И просто ушел. Но дома я заметил, что он не так-то просто ушел. Он еще и подкинул мне диск. Диск был не подписан, и я не мог узнать, что там. Это меня пугало и одновременно очень заинтересовало. Если вы это смотрите, то это был точно потерянный эпизод. Эпизод начался очень странно. Он назывался «Смерть лисички». Уже от самого названия становится страшно. После было показано, как Тучка, Кеша и Лисичка катались на скейтах. Но медведи не особо хотели, чтобы Лисичка каталась с ними. И они сказали, что она еще очень маленькая, чтобы с ними кататься. И подтвердили это огромной линейкой. И сказали, чтобы Лисичка доросла до красной отметки. Лисичка не знала, что ей делать. И она нашла старую книжку, где прочитала, что дьявол может выполнить одно желание. Но не дочитавши, что он заберет душу, она убежала. Лисичка нарисовала пентаграмму на пеньку. Странно еще то, что это сопровождалось веселой мелодией. Это очень пугало. Она произнесла заклинание. Три раза сказала: «Дьявол, приди». Закадровый голос сказал, что дьявол отправит свою жену, которая вселилась в лисичку. Глаза лисички были черные, а сама она была в роскошном платье сатаны. Начались скучные помехи. Хорошо, что я мог их промотать. После помех показано, как лисичка была такая же, как и медведи, и теперь она могла кататься вместе с ними. Но не все так просто. Лисичку захватила мысль о том, чтобы командовать всеми. В этот момент Тучка и Кеша чертили новый аттракцион для скейта. Но лисичка им хотела запретить. На что они им сказали, что она не старше их, чтобы запрещать. И она пошла опять пеньку и произнесла заклинание. Она выросла еще на чуть-чуть. Но взамен за это она лишилась души. Это было просто тело, которое могло уничтожить все. Ведь у нее не было души. На этом серия закончилась. Что было в долине мимимишек, мне неизвестно. Но там явно было что-то ужасное. На этом все. Стелбас Сергеонис поставила к тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел тебе такого бесстрашного подписчика, как ты. А также расскажи своим друзьям, которые очень испугаются. И помни, это всего лишь мое воображение.